10-й международный форум «Задонские свято-тихоновские образовательные чтения» начался с молитвы. По традиции к присутствующим обратился митрополит Липецкий и Задонский Никон. Свято-тихоновские чтения явились тем рупором, через который многие, жаждущие истины, могли услышать голос Церкви, призывающий к духовному преображению, чтобы из неестественного состояния человек преобразился в человека нового. «Любовью и единением спасемся» – такова тема 10-х свято-тихоновских чтений. Название форума выбрано не случайно. Тихон Задонский жил на нашей земле в 18 веке и являлся крупнейшим православным просветителем. Он обладал даром предсказаний и предрек рождение императора Александра I, а также Отечественную войну с Наполеоном и победу в ней русских войск. К лику святых Тихон Задонский был причислен в 1861 году. Это событие, которое объединяет нацию, объединяет определенных людей, а эти определенные люди несут тот свет, который так необходим тем, кто не приходит сюда. Я думаю, что это успех не на поражение, а на тот рост, который необходим в наше время. Симбиоз религии и науки. В чтениях приняли участие гости из разных городов России и из других государств. Греция, Болгария, Украина. География мероприятий впечатляет, как и спектр тем. От православия в медицине и паломнического туризма до сотрудничества церкви с казачеством. Замечательно, что вот именно на этих чтениях происходит такого рода соединение церковного и светского. Это не чисто церковное. Уже не чисто церковное явление, вот что я подчеркиваю, а это явление русской культуры. Впереди у участников конференции поездка в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь и молебен ураки святителя Тихона. А по итогам чтения будет опубликован сборник, в который войдут лучшие материалы, представленные на форуме. Ольга Родина, Михаил Жилкин, «Липецкое время».